Непростую ситуацию в Чебоксарском троллейбусном управлении поможет оздоровить частно-государственное партнерство. Перспективы предприятия обсудили на совещании с министром транспорта России Максимом Соколовым. Главная проблема управления – износ подвижного состава. Сейчас необходимо обновить больше 150 машин. В последний раз новые троллейбусы закупали 2 года назад за счет городского бюджета. Собственных средств предприятия хватает только на замену деталей. В Чебоксарской администрации планируют провести оптимизацию коммерческих маршрутов, которые отбивают у троллейбусного управления пассажиров. Министр транспорта Максим Соколов предложил руководству предприятия заключить контракты с государственной лизинговой компанией. И если у вас, так сказать, есть предложения, которые за счет механизма лизинга могут быть востребованы, и на условиях договоренности работать вы сможете вот по получению первоочередному транспортных средств с последующим расчетом на механизме, ну, финансового или даже операционного лизинга, то здесь я, так сказать, готов по итогам этого совещания дать соответствующее поручение ВТЛК, чтобы оно внимательно посмотрело на ситуацию республики, Чебоксары в частности. На рабочей встрече с Михаилом Игнатьевым федеральный министр обсудил и перспективы развития Чебоксарского аэропорта. В рамках федеральной инвестиционной программы здесь может быть проведена реконструкция искусственных покрытий взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и стоянок для воздушных судов. Руководитель Минтранса отметил, что республике будет оказано содействие в решении данных вопросов.